Привет, дружище, я тебе подготовил сегодня обалденскую карту на опыт, просто супер-пупер крутую. Меня зовут Дима Моник Бразер 2С, и на этом канале я каждый день снимаю видосики, каждый день выкладываю новые видео, чтобы ты мог фармить опыт бесконечно, чтобы ты мог быстрее всех добраться до 200 уровня и забрать все награды. Давай, я тебе сейчас покажу карту, а ты подпишешься на канал, поставишь лайк, прожмешь колокольчик, чтобы не пропускать новые видосики, и напишешь комментарий хотя бы из трех слов, тогда ты еще и примешь участие в челлендже «Халявушка», который я провожу регулярно. Раз в неделю я делаю кого-то из вас счастливее и дарю подарок до 1000 V-баксов. Так что, если ты хочешь принять в этом участие и получить от меня подарочек, вперед! Лайк, подписочка, колокольчик и коммент из трех слов. Все, погнали. Заходим в поиск, в поисковую строку, вводим код 65 66 43 11 28 47, нажимаем Enter, нажимаем вот на эту картиночку и выбрать. Ставим здесь частную игру и нажимаем «Играть». Смотри, эта карта новая, только опубликованная. Я тебе сейчас покажу, как ее калибровать, чтобы получить нереально много опыта. Если у тебя есть желание меня поддержать, ты еще можешь зайти в магазик и внизу ввести код автора G-A. Тогда ты будешь меня поддерживать всеми своими покупками. Вот так вот, друг мой. Смотри, мы заспавнились когда на карте. Вот так вот она выглядит. Это абсолютно новая. Буквально вот она вчера вечером только была опубликована. Пришельцы против людей. Здесь на карте тебе нужно пробежать вперед, нажать кнопочку между вот этими баннерами, получается под мордахой инопланетянина внизу. Потом тебе нужно решить, за кого ты, за инопланетян или за человека. Я, естественно, инопланетянин, я за них. Ныряешь вот сюда вот в туалет и отправляешься на игровую арену. Здесь можно взять скейт, чтобы быстрее добраться до необходимого нам места. Вот за этой инопланетной тарелкой, вот тут вот слева от туалета, делаешь эмоцию. И потом справа от туалета вот здесь нажимаешь кнопочку Secret Location. Ты попадаешь вот в такую локацию. Здесь тебя ждет таймер. Смотри, еще раз объясняю. Сейчас, на данный момент, прямо сейчас, когда ты будешь проходить эту карту, ты не будешь получать опыт. Ты получишь его через несколько дней, когда карта получит значок XP. Вот таким уведомлением при входе в игру. Сезонный опыт за игру на карте Aliens vs Humans. Это пример из предыдущих карт, когда люди тоже проходили карту, калибровали ее. Сколько ребята получили? Вон, лимон 700, там 1 200 000, там разные цифры есть. Смотри, здесь сейчас твоя задача пройти карту как можно больше раз. Главное, чтобы у тебя еще были дневные лимиты. Не тогда, когда ты закончились, у тебя лимиты в творческом режиме, потом ты пришел на эту карту и проходишь ее. Нет, когда у тебя есть хоть какие-то еще лимиты, проходишь ее 5, 10, 20, сколько раз успеешь пройти, за все эти разы суммарно ты получишь опыт вот таким вот уведомлением. Все, сейчас давай ждем таймер и будем лутать опыт. И вот когда заканчивается таймер, у тебя появляется вот такой дорожный знак с киркой. Надо по нему стукнуть. Открывается барьерчик, снимается. Прыгаешь на рельсу и просто катаешься здесь на рельсе хотя бы 15-20 минут. Для того, чтобы активировать максимальное количество наград и получить максимально возможное количество опыта в итоге. Все, дружище, на этом мое видео будет подходить к концу. Я тебе скажу только одно. Желаю тебе классной игры, крутого фарма. И просто посмотри еще раз на примеры других ребят, которые не поленились и прошли карту по несколько раз. Просто посмотри. Тут буквально по 3, по 4, по 2 раза кто-то прошел и получили уже вот такие результаты. Представь себе, что будет, если ты пройдешь ее 10 раз. Все. Крутого тебе кача. Давай, дружище, пока.